Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела, дорогой? Прекрасно. А вы кто? А мы с вами общались позавчера, Василий. Вы забыли уже? Ну, не совсем. А вы откуда? Кто вы? Что? Вы откуда? Какая компания? Это Диана. Общались с вами касательно дополнительного заработка на инвестициях. Ага, а что за контора? Инвестиционный центр. Предоставляем услуги аналитика, да. Да. Вы забыли уже, Василий? Да, пьяный, наверное, был. Ну, возможно, да, потому что как-то вы не очень корректно общались. А напомните, о чем мы общались, я что-то подзабыл. Что-что? О чем мы общались, что-то я подзабыл. Ну, Василий, это уже не важно, то, что вы говорили, то, что, не знаю, то, что вы оскорбляли, как минимум. Да ладно, не мог я никого оскорблять. Хорошо, Василий, давайте спокойно пообщаемся, регистрацию вы все-таки прошли правильно. Угу. Вы сейчас настроение общаться, или вы снова будете грубить и как-то себя неадекватно вести? Да, я все время адекватно себя веду. Хорошо, Василий, ранее у вас опыт в инвестициях был? Не был. Не было. А принцип заработка на бирже, понимаете? Не знаю пока. Ну, Василий, я вам уже объясняла, как мы с вами будем зарабатывать. Зачем мы тогда по кругу пошли? Что-что? Зачем мы тогда пошли по кругу? По какому кругу? Ну, что вы мне что-то объясняли. Василий, смотрите, я вам тогда объясняла, что мы с вами будем зарабатывать таким образом. То есть покупаем акции компании по одной цене, потом перепродаем по другой, ваш заработок – это разница, понимаете? Угу. Вот, и уже сегодня на одной сделке мы с вами сможем заработать свои первые 4 000 рублей с минимальной инвестицией 15 000 рублей. То есть на ваши счета уже будет 19. Вот как вам такой результат для начала? Ну, вы мне это уже рассказывали. То есть вы это помните, правильно? Понятно. Хорошо, тогда объясните касательно того, что за личный аналитик, вы помните? Ну, который за мной хвостиком будет ходить привязанный. Помню. Нет, хвостиком за вами никто ходить не будет. Почему? Это вы должны ходить хвостиком и спрашивать зачем? На каждом этапе. Зачем? Как это зачем? У меня есть Васька и Федька же, я вам рассказываю. Да мне не интересно это, мне не интересно, кто у вас есть. Угу. Понимаете? Вы будете ходить хвостиками на каждом этапе спрашивать, потому я что вы хотите обучиться. Никуда. Будете, конечно, Василий, нет, будете, еще как будете. Нет. Вас никто спрашивать не будет. Вы обратились для того, чтобы зарабатывать. Поэтому вас никто не спрашивает, понимаете? Как это меня никто не спрашивает? А вот так это, Василий. Закрой. Что-что? Да я не вам. Я не понимаю, что вы мямлите? Да я не вам, я не могу мямлить. Ну вы мямлите. Нет. Да-да-да, говорите, ну-ну. Ну, я слушаю насчет аналитика, но я ходить ни за кем не собираюсь, пусть за мной ходят. Что-что? Я не понимаю, что вы говорите. Пусть за мной ходят, я не ходил, не собираюсь никуда ходить. Алло. Да, Василий, у вас какие-то трески, писки идут. Вас не слышно практически. Я вас так же слышу, понимаете? Хорошо, Василий, вы зарабатывать хотите, вы регистрацию зачем прошли? Денег заработать. Чтобы рассказывать мне за Вась, Петя, Петя, еще у кого-то. За кого, за кого? За своих друзей, непонятно. А почему за моих друзей, а не за ваших? Так вы же мне рассказываете, что кто-то за вами там хвостиком ходит, Василий. Ваш аналитик будет хвостиком за мной ходить, вы же так мне поясняли. Вы что, Василий, не понимаете? Понимаю. Ну, может, вы сейчас снова не в себе? Вы будете ходить за ним хвостиком, понимаете? Это вам не собачка, это финансовая... Это мне в Москву надо ехать или куда, или в Киев? Нет, вам никуда ехать не надо. Почему? Вы будете работать онлайн.
А как тогда он будет или я за ним хвостиком ходить? Сергей, что вы несете? У вас все нормально с головой? Может, какие-то проблемы все-таки? Да нет, нормально все. А вы уверены в этом? Ну, приедьте, поставьте диагноз. Диагнозы вам врач будет ставить. Хорошо, а тогда вы почему говорите, что я не в себе или в себе? Вы врач? Потому что я советую вам провериться, Василий. Совет, понимаете? Это совет, проверьтесь. Вы врач?